Армения пытается столкнуть мировые державы. Для этого она и совершила вооруженную провокацию в зоне армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта в конце сентября. В этом уверен председатель азербайджанского молодежного объединения Гейдар Амок, уроженец Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Бехрус Ахундов. По его мнению, мировое сообщество к данной проблеме должно отнестись с наибольшей серьезностью и ответственностью. Это война. Война, где умирает очень много людей. Это несправедливость, на протяжении 30 лет по отношению к Азербайджанской республике. Это нужно останавливать. Простой армянский народ, армянские церкви, армянские диаспоры, политики завербовали, из них сделали террористов. Мир должен на это обратить внимание. Это очень большая и серьезная проблема. Бехрус Ахундов, как и десятки тысяч азербайджанцев, проживает в Казахстане. И все они соблюдают законы этого государства, активно участвуют в общественно-политической жизни страны. Также должны жить на территории Азербайджана и представители армянского народа, в частности, карабахские армяне. Сепаратизму должен быть положен конец, подчеркивает Бехрус Ахундов. Лучше всего вам быть на правильном пути. Лучше всего вам согласиться со всеми правилами международного сообщества, не нарушать законы. Хватит жить преступной жизнью, хватит губить людей, хватит травить страны между собой, имейте совесть в конце концов. Россия, Турция, Израиль, Иран, все соседние страны, все стратегические партнеры, все народы мира для Азербайджана, для интернационального Азербайджана являются братьями. Мы со всеми дружим. Попытки армянских властей помешать дружбе и сотрудничеству Азербайджана с рядом государств обречены на провал, уверен Бехрус Ахундов. Мировое сообщество сегодня хорошо понимает, кто есть кто в Нагорно-Карабахском конфликте. Армения – страна-агрессор. Ее вооруженные силы оккупировали земли соседнего Азербайджана. И сегодня азербайджанская армия проводит успешную контрнаступательную операцию по освобождению своих территорий от террористов. Мехрибан Касумова, CBC.